Ну чё, как? Здравствуйте. Нормально, не кащи? Дай бог ты не, блядь, не смонтируешь это через неделю, блядь. Ты мне так много времени даешь, нихуя себе. В смысле много, это ты дурак? Ты нахуй год, если не смог смонтировать, блядь. Я себя монтировал. Идите жопу. В смысле? Чуешь, пилюк? Что? Что, мне сейчас монтирую, блядь, поебать. Блядь, мы будем работать или нет? Точно. Блядь, желательный клуб вот там. Чисто вот там. Ёбаный в рот. Чисто чтоб вход вот тут был. Вот тут вот, здесь застеклить, здесь забетонировать, здесь заштукатурить. А там же побивать. А там, да, а тут трогать не будем. Вот, смотри, вот, мы вот так вот зайдем, смотри. Добрый вечер. Все, зашли, да? Ну. А что тут накурил кто-то, блядь, сука? Реально, все, закрывай. Бай, что снимаешь же, лыщи, бай. Смотри, он качёрный оператор стоит. Где? Здорово, пацаны! Вот так просто, ну, вот так. Давай, заработай. Вот так, убить можно. Ну, она типа такая. Волномоль там есть. Мне кажется, что не знали. Ты чё, угораешь? Макс, ты сейчас у тебя пленка есть какая-то? Нахуй ты пленка? Да ну нахуй, я бить не нашел. Так давай, бля, гвоя забьем молоточком. Молоточком, сейчас я тебе биту пью. Слышишь, Макс, есть у тебя какая-то штука, клеем? Не помню, блядь, вроде валяется, но она такая. Да какая она курается, вот здесь, в моем хоть еще. Оно уже уйдет, вот так вот оно хоть закрыто, до сюда будет. Оно хоть, блядь, дуть не будет, вот отсюда, блин. А оно тут снизу, блядь, мы заткнем чем-нибудь будкой какой-то. Оно ж разыбать, мы тут надышим, нахуй, это пиздец, нахуй. Блядь, ты Владик, блядь, пледом, нахуй, закрыт, нахуй. Пилюк, блядь, иди снимай зону кого, что там пиздец ебануться, они... Там такая ебать, там белочка зашлась, когда... Там вообще там... Смотри, как мы сделаем. Во, вот так и там. Ну, давай вот здесь, гуляй здесь. И там на максимум растянем. Допустим, блядь, сейчас пилюк принесел на крау, блядь, пизда. Макс, снимай все это безобразие, смотри. На этом видео увидите, как Илья клеится камень. Девушка старше на 7 лет. А тут он уже почти Настю обнимает. Илье мало одной, ему надо две. Вот вы видите, выбор богатый. И тут, и там, и сям. Что про это думает Гамель? Гамель, что вы думаете по поводу вот этого, вот, что он делает? Разврат? Совращает, да, пошел уединяться. Пошел раскладывать коечку. Пока хватило, пока вас поняла. Все, давай мангал туда поставим, протопим. Давай. Опа! Нагреем, сейчас натопим. Макс, блядь! Он цел? Ага, Камиля. Сука, где мой телефон? Я сейчас тоже повыёбываюсь. Давай, давай. Давай, смотри. Калькулятор. Смотри. Опа. Смотри. Камера. Опа. 4К есть? Посмотри. 4К на камере. Ты мне написал. А, это Устин написал, куда пришел? Да, по примеру. Куда пришел, Устин, блядь? Устин, блядь, почему тебя здесь нет, сука? Устин, ты куда пришел? Сейчас он немножко прогреется, я пиво
заберу Даника. Я предлагаю, благо тебя лемур отхуярить. Кого отхуярить? Он там уже Настю ебет. Что? Лемур Настю пошел ебать. Да, он прям пизданно. А нахуй поставили мангал на выход, блядь. Подожди, пусть оно прогреется. Бля, ебать вы долбоёбы нахуй. Оно сейчас прогреется, пусть тосится. Вы, блядь, долбоёб. Вы только нахуй бегать, блядь, только. Как пёсик можешь, блядь. А он пацан, пацан в детстве, сука, киска. Она не понимает, что происходит. Моя киска. Отдай киску, блядь. Что там на улице происходит? Блять, событий. Вы так друг за другом зашли, блять, и верхом такой заходит. Погнали! Из эпицентра событий. Пошли расскажу. Давай. Здесь, блядь, творится что-то нечто. Пьяный разврат. Один Влад и я, ну, работаю. Наверняка же. Блять, нахуй я! Вы ебанутые. Лист жести, блядь! Где ты его набрал? Телефон, ёбаный в рот! Всё, ёпта, никто не докопается, ёпта. Я на ляске буду покатаюсь. Всё, иди катайся, на банане. По словам. Настя, это тебе подарок от нашего футбольного клуба. Я даю превью. Здесь происходят какие-то странные вещи, он выскочил, гонит. Единственное... Очевидцы, по крайней мере, пока что... Амель, блядь, Соловей нам. Да. Снимай. Стеклянные глаза уже, блядь. Белочка уже. Ты думал, будет вас наебал. Да какая дичь. Снимай. Денег собрал. И самый новый мейн забрал. Они находятся в состоянии футбольного опьянения. Пиздец, блядь. Это пизда. Это пизда, Данилюк, я согласен. Что, погнали в беседку? Это заявка на победу. Заработали. Ну что там по велосипеду? Есть, да? Не, нихуя. Есть. Ну, мокрый, нормально, не дуя. Да, это же лучше, чем я думал. Как дома? Классно! Ой, бля! Иди нахуй лемура собирай, блядь, от греха подальше. Блядь! И Макс, маши спасай! А что он делает? Не знаю, там либо Настя сама не против, блядь. Настя не против, она уже... Это все нормально. Это все нормально. Блядь, такой звук стрёмный был, капец. Настя, иди мой посуду! Макс, помоги ей. Давай! Бери за эту, я за ту, а пилюк за ноги. Компромат, блядь. Бля. Сука, либо нахуй, либо назад. Да-да-да, блин. Я согласен с тобой, Данилюк. Так со мной или с ним? Не, пацаны, я там... А кто из вас Даник? Ну, я Даник. Не решил, да? Или я не Даник? Я ничего не смог решить. А что он? Что я сказал? А что? Он там, блядь, нахуй уже вот так вот почти, только ноги остались в коридоре. Да я вообще в шоке, блядь, так понажирались. Сними за пазухой, что у тебя. Какие суки? За пазухой? Бутылка водки, вангую. Бутылка водки, да? Что ты такое говоришь? Там поменьше. Куда, блядь? Ну нихуя ж, не. Пиво? Я думал, ты водку, бля, взял. Я попрошу вырезать этот кадр, я не давал. Я вырежу, конечно, бля. Я не давал своего согласия на народа. Сара, пиздец! Нахал!
Там одного надо убрать. А где тут сикнет? Тихонько же. Вон там. На заднем дворе. Ты, блядь, вы решите где? Да вон там. Ну, он прям под дверь, блядь. Не, я не буду. Вон, да, Денис, вот туда выходишь, блядь. Ладно, там сад, где, как у меня. А прям. Где можно в туалет сходить, чтобы никто не жаловался? Вот туда, вот направо по коридорчику до конца. Там видишь верховину. Верхушка, а ты в этом коридоре? А вы что тут делаете, молодые люди? Макс, я не что пришел, я в шоке, блядь. Вы, наверное, о чем-то тут промышляете, блядь. Да пиздить что-то хотите. К свиньям ходили, блядь. Да нет, в гости. Дима, Макс, иди там поснимай. Иди в беседку. Че вы, блядь, делаете, идиоты? Идите свою беседку. Идите пописите там. Пошли, я покажу, где можно поговорить. Знаете что? А в беседке там стульчак мокрый. Нормально это все. Да переговори. Макс, иди нахуй беседку сядь. Ну ладно. Ну ладно. Иди там понюхай. И кочерга тоже. Да, а вот Даник подошел. Сыч, мы уже на... Нет, так тут уже все место. А вот сюда. Заходите туда, блядь. Блядь, я курю нахуй, да к выходу ближе сидеть. Куда, блядь? Куда ты мне, блядь, зайди? Я все, блядь, разъем нахуй. Знаете, кури... Кто нарезчик колбасы, а? Подожди. Давай на сегодня, блядь. Давай. Это не мое. Посмотрим, что они там делают. Вы послушайте. Блять, что тут нахуй происходит? Гандоны. Родаки уже целый час идут. Это вот ты гандон, я уверен. А ну пошел вон. Настя. Настюша. Настя. Как ее по отчеству? Как ее по отчеству? Она сосед Дмитриевна. Отъебись с ним. Нарежьте, пожалуйста, Владу картошку. Настя! Гандон! Настя, это ты мне подожди! Иди спать, щенок! Щенок! Подними меня, ну! Слушай, подними меня! Эй, не выебывайся, Настя! Что тебе подать? Подними. Подними меня, блядь! Подними меня, нихуя себе! Спасибо, что ты не ой! Блядь, попроси! Все, Настя! Денис, тебе принял! Готов? Дань! Ага! Да ёбаный ты, сука, в рот! Да, сука, ты сам сделай, блядь!